В Новоаганске построили хоккейный корт. Объект возведен в рамках соглашения между правительством Югры и нефтяниками. Сейчас на льду и на трибунах пока пусто из-за противоэпидемических ограничений. Как только ситуация наладится, на корте будет шумно, так как ждали его жители поселка давно, и взрослые, и дети. Прежде хоккеисты играли на открытой площадке, но ее постоянно засыпало снегом. Больше такой проблемы не будет. У нас получается ледовая площадка размерами 56 на 26 метров. Данная площадка подходит по спортивным стандартам. Здесь спокойно можно тренироваться для того, чтобы потом выезжать на соревнования, участвовать в каких-то турнирах по хоккею. Также у нас было приобретено здесь при сдаче данного объекта был приобретен заточный станок для заточки коньков, который здесь находится. Также подставки под клюшки имеются и имеется инвентарная площадка.